капучино, короче, с маквабичем. От первого лица, возможно, что такое, что придется подснять, короче. Ну, от, а, ну, ну да. Как бы, то есть, потом по поводу, ну, она дает в анал, вот этот первый момент, когда заходишь, она дает в анал. Это как раз вот тот момент, где она заходит в этот, в притон, понимаешь, то, что я тебе говорил, да? Uh-huh. Сделать может такой, то есть, и там, она такая, а, да, оно, она такая, камера, потом, которая... знаешь, потом она такая, это слышит что-то, он в анал, что-то, блять, а я уже в анал. Так, и это моушен камера, то есть у нее камера дергается, то есть на кровати вот такие вот, типа, раз, а хуякина поворачивается там кто-то сзади, как бы. Да, тоже, да, как-то... да, ну кто-то, кто-то, а, же, да, кто-то же ждал бить, ну, да, да. Я думал, этот чувак, допустим, наоборот, от первого лица чувака, вот он такой, типа, лежит, она подходит, а-а-а, он ей как бы дает, ну, кидает, типа, наркотик, который там. Ну, может так, да. Ну, это, вот, это, а потом... это детали. А потом это наоборот. Детали, да, это детали, типа... да, это детали. Третья песня. Давай, давай. Слушай, ну ты отец прямо. Да. Того, что я слышал, по крайней мере, да? Угу. По поводу продакшена вообще, ну, только ты про параллели какие-то провести, я, конечно, не претендую, да? Но вот, вот Миша, ну, по нему, в общем, сегодня ты точно пробу некуда ставить. Вот, и я вообще говорю, что мы, они представляют из себя, как, ну, Динка-то тоже любит панк-рок и все остальное, я покажу, она сейчас подохуеет, ну, как бы. Вот, а вообще мы представляем из себя драм-н-бейс культуру. Ну, я-то хаос-культура, понятно. Не, но, я но, с электронной музыкой. Да не, погоди. Я же сейчас не просто так головой кивал, понимаешь, да? Интеграцию, понимаешь, да? То есть, ну, что за притон? Ну, панк-рок притонов сейчас нету, понимаешь, да? Сейчас притоны, если все... Не, там наркотики не потребляют такие, понимаешь? Ну, смотри, как бы, я вообще... Притон-то может быть любым. Я просто не просто так говорю, что можно было бы сделать интеграцию, да? С живым саундом, как бы, да? Такую, в которую вы могли бы где-то выступить и там, где мы выступаем. Понятно, да? Нет, не совсем. Но вы не совсем. Вот, вы, я просто уже не первый трек слышу. Вот в последнем особенно слышно, что в вашем роке электроники больше, чем рок. Ну, нормально, это 21 век, как бы. Ну, это, поверьте мне, ну, это как... Я сейчас просто говорю, ну, как бы, абстрагируешься исключительно как продюсер, который 25 лет проработал продюсером. Да там... Ну, слышно. Особенно начало, ты говоришь, студийное. Не, нихуя, оно не, оно правильно. Нет, это все гитарная музыка. Я понял, слушай, я не спорю. Я просто говорю, может, попробуем. Оно, может, зайдет, может, не зайдет. Но если есть где выступить, знаешь, как говорят, компьютер железный, помнишь, да, он все стерпит, да, то есть можно послушать со стороны.
что-то, блин, как-то. Ну, нахуй, короче. В живом выступлении. Сделать, чтобы можно было вам же, как бы, в каком-то моменте, да, я не говорю, что нужно убрать барабанщик, ни в коем случае, ни в каком разе. У меня свой барабанщик есть, как бы, Леха, он тоже категорически против, допустим, вмешательства такого, прям категорического. А подвести это, понимаешь, да, к чему-то. Вывернуть это все наизнанку, да, как бы, и вернуться обратно, понимаешь, да? То есть, и дать вам выступить на мероприятии, которые вам не свойственны. Ну, потому что мы тоже панки. Только мы со стороны электроники. То есть, ну, я просто слышу, что ну ты прям отец, блядь, ну ты смелый, прям смелый. Я тебе больше скажу, что я не просто крик, да, вот такой панк-рок, а, блядь, я верю. Ну, хочется выебать, я слышу. То есть, не только выебать, а я этим занимался больше 20 лет, как бы, вот, продюсировал людей, знаешь, верю-не верю, как робот, не верю, перебивай. Ну, потому что нормальные вокалисты, которые хоть что-то там более-менее там бякают, как бы, по нотам, да, они, блядь, мертвые, ну, то есть, никакого характера. Ну, кому я объясняю? Лучше мимо нот, чем без характера, понимаешь? Без харизмы, блядь, вот можешь я показывал эту песню? Ну, блядь, ну, вот лучше песня, да, вот, которая вот песня, да, чем криво, вот, ну, от души, чем, блядь, правильно по нотам, блядь, или вот эти, как эти недорэперы, все выровнены. У тебя есть строчка такая, там... Про рокеров без яиц. Ну да. Ну это даже. Не завидую. Да. Пиздец, тем, кто рокеров без яиц. Да. Но это больше там поется про рокеров, которые подделаешь. Я не претендую, в принципе, как бы ни на что, да. То есть не в рамках этого проекта, вот то, что сейчас собрались сделать, а вот вообще, в принципе. Было бы, наверное, интересно расширить аудиторию и вообще просто расширить, ну нихуя себе. А нам было бы интересно, нихуя себе, только панк-рок еще приедет. Поверь мне, реакция на живое, там, где электронное все, и там мертвое, да, как бы, и так же, как и на электронное, там, где все живое, оно такое, ну, нихуя себе, вот, оно же всегда такое, понимаешь, то есть, ну, противоположности вроде бы. Технический вопрос, там же понадобится. А ничего, не парься, это не твоя забота. Это вообще, это ни в коем случае, это доверьтесь, мы-то, это если будет, если созреет какой-то продакшн какой-то, да, вот, какой-то гибридный, оттуда уже будем думать, как это все совмещать на выступлении. Поэтому это вообще даже не, блядь, даже нахуй не думать. Ну, в общем, это пока что. Да, это вот просто родилось, потому что я слышу, что в этой, к счастью или к сожалению, в этом панк-роке как бы больше электроники, чем... Слушай, ну ты мне напомнил, знаешь, вот первые треки напомнили мне какую-то прям рокобили, знаешь, прям такой, знаешь, 50-е, 60-е, знаешь, такое, знаешь, прям такое, знаешь, такое американское такое, что-то такое, ну и по саунду такое, прям, знаешь, такое, блядь, нахуй. А последний такой, он уже более причесанный такой, блин, потому что я хочу тебя выбить. Ну, это вот Андрей придумал риф. А, да, ну, оно и по музыке, и по форме, оно более причесанное все-таки, да, оно, и поэтому имеет немножко другую форму, да. Да нет, наоборот, она как раз при всем при этом, она более попсовая, блин. Вот ты в курсе, что я провел такую, знаешь, изыскание такие, в попсе на нынче нет музыки. Вот у вас есть, вот у нас есть, как бы... Причем у меня есть ее порой столько, что пиздец, людям тяжело. Чем меньше музыки, тем она... Тем вот, проще, тем, да. Не просто так пентатонику придумали. Не, пентатоника, это все, я тебе потом объясню, все еще проще, блядь, сейчас все еще хуже. Я знаю, что сейчас хуже. Потому что сейчас уже даже пентатоника... Нет, сейчас просто называется, сейчас просто скеллер, кто включает, у тебя хуяк лишние ноты выключились, короче, понял? У тебя такая, знаешь, 8x8, блядь, кнопочек, блядь, подсвеченных, блядь, короче, из них, короче, подсвеченные, ключ, как бы, да, и все, и ты не можешь промазать. Ну, ты можешь промазать, если у тебя там манор-мижор. Манор-мижор. Кстати, хорошая песня. Манор-мижор. То есть все наоборот. Вот. И ты можешь промазать. А если у тебя прям какая-то хроматика, ну, специфическая, как бы, да, там, ну, под тебя заточена, то там даже не промазать. Ну, просто не промазать. Куда бы ты, вот особенно в блюз, блин, в блюз-миноре или блюз-мажоре вообще нет. Ну, куда бы ты ни плюнул, попадаешь вот прямо, джаз, блюз, все пиздец. А, подождите секундочку. А где остальные ноты? Я хочу какие-то такие ноты, чтобы они были вот поперек или как-то так. А мне эта машина выключила уже все. Поэтому музыка вся такая становится, понимаешь? И люди перестают думать. Ну, просто лучше, я говорю, лучше мазать по нотам и вообще, чем... Слушай, ну, мужчины, вы меня сегодня прям порадовали, на самом деле. Здорово. Это прямо... Значит так, раскадровка, не раскадровка. Значит, нужно какой-то... Давайте, помимо синопсиса, да?
набросайте какой-то общий план, да, то есть, потому что если какие-то локации, да, то есть смысл, просто я тебе говорил, да, есть смысл, там бардак, вот этот бордель с этим, да, вот с эти ебли, есть смысл вообще отдельно ехать снимать, независимо, то есть, независимо ни от чего. Артистов у вас, как бы, как группу, надо где-то выбирать несколько локаций. Ну вот, плюс, это отдельно снимать. Выступление тоже на концерте. Вот, плюс подъехать на концерт, подъехать поснимать. Видишь, с концертом какая история? Проблема с концертами, если свет неправильный, допустим, если в клубе особенно где-то, да, обычно свет хуёвый. То есть надо где-то там, где есть возможность... Ты был в Анатеке? А? Был в Анатеке? Нет, я не был. Я же этот, овощ, Ну, это на Лиговском 50, клубец, короче. Просто мы 31-го будем выступать, и слушай, как я... раз будет... 30-го, кажется, у Саши, блядь, да, у этих мозгоправых, а потом и к вам, заебись, у меня поедет. Слушай, я думаю, можно и массовки нагнать попробовать. Ну... Слушайте, ну смотрите, два пассажира... Там, я думаю, будет нормально. Не, вообще, два пассажира для съемки хуёво. Надо так, чтобы повернуться, а там плюнуть некуда. Не, ну там... Это в хорошем, это прям по-хорошему. Почему так, знаешь, чтобы ты такой вырвался на улицу, а там еще пиздец какой-то. Знаешь, не все уместились или просто все курят, потому что не уместится, блядь. Значит, такие, блин, ну нихуя себе. Не, да круто, но мы туда не пойдем, потому что там пиздец, туда не пройти. Мы здесь хорошо слышим. Ну, такое вот. Это. Но 31-й это августа, далековато. Хотелось бы как-то... Как раз выпустим сначала альбом. Не, подожди. А потом? Да, снимать надо уже сейчас, пока лето, пока жара и пока есть солнце, по какие-то можно локации. И там даже те же ночи, пока они еще светлые какие-то, да, допустим, можно какие-то... Вот, весь блудняк, он же как бы такой сумрачный, да, а его снимать надо в каком-то таком сумраке, не как вот мы были, ты помнишь, да, вот перерыв этот, да? То есть надо еще, когда вот еще есть свет, да, чтобы свет не выставлять, потому что если придется свет выставлять, это уже, тогда придется уже бюджет. Мы пока говорим о том, что бюджета нет. Пока это все ничего не стоит. Вот. Как только надо будет свет, хуед, генераторы и все остальное, это уже все пиздец, ребята, это кино. Это кино, а это слишком дорого. Даже для меня это слишком дорого. Короче, в такое решение предлагаю. В те локации, которые мы можем сейчас, но выпуск клипа надо будет... Да, я не спорю. То есть материал чуть надо... Позже, так как последнюю локацию мы сможем снять только в конце августа. Когда у вас эти репетиции? Давайте вот определимся. Надо это быстрее. Сколько там стоит ваши репетиционные деньги, чтобы, блядь, я просто приехал и поснял? А нет, давайте так, сначала скажу. Сегодня я заказываю рекордер. Рекордер, подождите, на камеру. На камеру. Он придет, если...